В рамках программы мероприятий, посвященных 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, солдатами срочной службы 5-й механизированной бригады имени Бауржана Момушула в Таразе встретились воины-интернационалисты. На встречу с военнослужащими пришли представители Союза ветеранов войны в Афганистане. И хотя темой разговора в ходе встречи стала война в Афганистане, воины-интернационалисты больше говорили о мире, о том, какой он хрупкий и как важно его беречь. Увидев в свои 18 лет все ужасы войны, эти солдаты помнят, как мечтали о мирной жизни и мечтали вернуться домой живыми. Нынешним солдатам срочной службы, военнослужащим 5-й механизированной бригады, тоже сейчас по 18-19 лет. Столько же было их старшим товарищам, когда они оказались на войне в Афганистане. По сути, эта встреча стала диалогом солдат двух поколений. Поколений с разницей почти в 40 лет. Но разделяет их не только возраст, но и условия, в которых проходила служба одних и в которых служат нынешние солдаты. Заместитель командира 5-й механизированной бригады по воспитательной и идеологической работе подполковник Алтай Ташкеев убежден, что встреча с ветеранами войны не пройдет бесследно для солдат и обязательно останется в их памяти. А для многих она может даже стать отправной точкой в принятии решения посвятить себя военной службе. Я после армии хочу поступать в военный институт. После этого разговора я еще сильнее хотел служить Родину и учиться дальше. Вот так встреча воинов двух поколений стала настоящим уроком мужества, на котором одни солдаты вспоминали войну, а другие обещали беречь мир. Дина Мухаринова, Владимир Мартыненко, Айкын Акпарат.